Огонь быстро распространяется. Времени у меня немного. Кажется, огонь идет из газовых труб. Надо их все перекрыть. Я не дам сгореть моему колледжу. Я нарисую на стене такие слова, как идет автосохранение. Надо просто-напросто потушить долбанную школу. Спичерским на всех этажах. Честно говоря, спалил бы вообще как собачек. Даже бы добавил огонь, как керосинчик, как обычно, какая-то у зомби срабатывает какой-то механизм под названием Роя, как сказал однажды из Покера. Что не просто надо все понимать, что я иду. Я просто, ребят, мне было приятно с вами пообщаться. Всем спасибо, всем пока. Вечеринка удалась, да, хорошо. Хорошо покрасились, понравится. Школу подожгли, молодцы. Но я ухожу к чертовой. Где там был газовый кран на первом этаже? Мона. А на улице уже потихонечку. Пора идти на второй этаж. Дай керамрис, я нашел проход на следующий шпиль. Вот блин. Да что? Вот чёрт! Перекрыты. Надо идти на третий этаж. Вот так вот делаю. Выдвинем вперед.
Ну нифига не смешно, ребят, ну. Ёп! Знаете, ребята, я вас тут не ожидал увидеть совсем. Чёшки подъёмы. О! Я знаю, что мне нужно найти вентиль. Блин, я же забыл. Я не помню, мать его, куда мне надо идти. Ребят, мы же не играем в Слендермана, где дофига коридоров, там, всяких заводов по производству кирпича, бетона. Блин, ребят, ну, не смешно. Ой, блин. По хардкору, ребят, извините. Гудки телефонные меня сейчас придут вести. О, блин. Да шо. Не помню, это последний вентиль. Это последний вентиль игры компании. Так. Еще один. Контрарули! Так, это уже последний петель. Сейчас видим последний комикс о нашем завхозе. Смотрим. В конце некоторых историй нас ждет победа. Или так только кажется. Ugh.